Сюда приходят с шариками черно-голубыми, красными, триколор черный их. Сюда приходят ставить свечки по якобы погибшим мирным гражданам, что тут собирались мирные граждане и в них стреляли украинские военные. Об этом писал на сайтах так называемых республик ДНР и ЛНР Пушилин. Он рассказывал о том, что опять будут русские, значит, пророссийские настроенные граждане поднимать протест против националистов, притеснение русского языка, бандеров, которые тут заполонили город якобы. Очень хочется, чтобы все внимательно смотрели на ситуацию, чтобы не агрессивную толпу, столпотворение людей с выкриками против наших военных, с выкриками против нашей страны, с георгиевскими ленточками особенно, они будут провоцировать. Что нужно, да, что в этих случаях нужно снимать на телефон вот этих вот граждан, вызывать 102, не поддаваться вообще ни в какие провокации. Ни на агрессии не отвечает, соответственно, агрессии или каким-нибудь. Вызывать 102, вызывать полицию, чтобы разбирались органы с правопорядком, чтобы у нас не было столкновений и не было противостояния.